Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Ёб ты, усаживайся поудобнее, заваривай пельмени, накладывай сметанку, перчика туда выдави, и все будет хорошо. Главное, поставь свой княжеский лайк и подпишись на канал. У нас сегодня роллинг, ребята, я уже запарился, если честно, за сегодняшний день, пипец. Роллинг, коллекционер, Blackjack 312, аккаунт принадлежит девушке, да, ребятушки? Посмотрим, как девушкам падает, у меня мало подписчиц именно девушек, и как бы посмотрим, может быть, удача здесь повернется к нам лицом, а не тем местом, зачастую, которым поворачивается. Смотрите, ну, аккаунт такой, знаете, еще до миноса, значит, не донатный. 114 тысяч самоцветов у нас на аккаунте, но мы возьмем и паролим только 60. А почему? А потому что мне так сказала хозяйка данного аккаунта. Она находится в гильдии под названием Электровеник. Прием через WhatsApp, после беседы, номерочек, как вступить, что, зачем, почему. Ищите гильдию, берете, вступаете, и все будет хорошо. Правда, непонятно, с какой силой берут. Но вы там напишите, разберитесь и как бы норм. Ладно, электровеник электровеником, а что у нас тут по героям? Каких героев именно не хватает? Ты там лайк-то поставь, ты лайк поставь, дружище. Ты не забывай. Ай, ёб твою. Так, ладно, слушай, ой, ёб твою. Вау. Так, мастер рун. Снайпера не хватает. Выбьем снайпера, но не знаю, получится ли или нет. Снайпер, фанатик. Окей, снайпер, фанатик. Рыцарь тьмы, оборотень, призрачный всадник, некроз, рыцарь. Ну, что-то как-то. Темный колдун, бочка, механоид альфа. Ну, королевы ос не хватает, ладно. Мисс магия, ну, дуэлянт, понятно. Леди божество, понятно. Мисс магия, берсерк. Драка с пепельной Матроной из новых. Но я новые зачитываю, этих старых не запоминаю. Они, наверное, специально не открыты на этом аккаунте. Дама холода, хладный призрак. Химера Фрэнки. Фрэнки, ну окей, ребят. Ну какое-то понимание есть. У нас есть еще, ух ты, ёб твою мать, сколько тут ништяков. Воу. Так, это мы все откроем, да? У нас тут Дон карты есть. Дон Корлеона карты. Дон Корлеона, карты, вот, или в конце, или посередине откроем, посмотрим. Я потихонечку, подожди, 114 тысяч самоцветов было, значит, где-то на 54, наверное, останавливаемся, да, тысячах. Так, слушай, какое-то плохое начало, ни одной легенды не упало, серьезно? Триант, окей, что-то начало проясняться, Атлантикор. Паладин, хранитель, бульдозер. Тип недостающий герой, вы видели в судьбе? Прям два сразу на тебе. Ну, как бы, я думаю, что на складе по-любому есть. Просто не открывался. Просто не открывался на данном аккаунте. Да, у нас коллекционер, ребята. Ребята, у нас коллекционер. Леди, Лео и Космо. Леди Лео и Космо. На что там нам по коллекционеру убить? Я не знаю, что вы так фанатите с этим коллекционером? Ну вот что это? Это типа награда, да? Это та награда, из-за которой нужно париться? Вот это вот? Вот серьезно? Вот это, да? Ну, демона-охотника, ну окей, еще по приколу выбить. О, ну талант-маскировка, ну как бы вы ее и так можете выбить. Ну единственное, что эмблема проклятый доспех, окей. Окей, да. Ну, типа, я не знаю, что вы так фанатитесь этим делом. Ага. Ага. Ну, тут, кстати, есть возможность вообще все забрать. Но здесь тоже залупа, ребят. Ну, здесь вообще как бы херь полная, да? То есть, трать с выгодой. Я не знаю, что вы фанатитесь этим коллекционером. Давно ушли времена, когда коллекционер была крутой акцией. Землеройка даже упала, понимаете? Когда там давали реально полезные, нужные вещи. Сейчас просто там, вы знаете, кидают как собакам кости. Потому что, ну, типа, по-другому. Ну, что-то окей. Ну, вот если мы сейчас эпика выбьем, тогда да, тогда будет хорошо. Суккуб или Дилео. Тогда что-то там полезное. Остальное просто залупень, херь полная. Махатма, панда-разрушитель, королева жмей, Влад Дракула, хранитель, Валентина. Так, пепельная Матрона, да. Пепельная Матрона. Мы там останавливаемся на 54. А, ну, значит, еще, знаешь,
2000 самов мы можем потратить. 2000 самов мы можем потратить. Рыцарь. 5 слотов на склад. О, ну нет, давай не будем тратить. Все-таки девушка. Вот, чё. Где алтарь, ёпта. Ну, мы можем взять, открыть пепельную Матрону. Но, наверное же, она будет открываться на этом аккаунте. Ну да, вот видишь. Смотри, там, кстати, там не хватало дамы холода. Не хватало хладного призрака. То есть, смотри. А может быть, она и не... А они не открыты, понимаешь? Они не открыты. Может быть, это... Может быть, тут и пепельная Матрона не будет открываться по типу, как знаешь, бесполезный герой, ну его нахер открывать. Короче, дело к ночи. Слушай, а в кого сливать-то есть хотя бы? Там кто-нибудь без десятки. О, ну давай вот, я не знаю. Господи, да, тут как бы похер, в кого сливать. Он типа чисто сильный аккаунт, я так понимаю, да? Так. Окей. Окей. Есть. Дальше. Так. Освобождаем, как говорится, места. Освобождаем, как говорится, места. Есть. Далее. Давай, сколько еще? Ну, давай там 1000-1500 потратим. И как бы нам падает Гаргул, и за ним ничего не падает. Идем, открываем ништяки. Ништяки. Так, тут у нас... Хероборина. Хероборина падает, тыква. Но я эти все сундуки открывать не буду. Ну, камон, это будет слишком долго. Я не знаю, напишите в комментариях. Вот мне на роллингах стоит открывать полностью вот эти вот все сундуки. Вот смотрите, вот таких вот 1000, к примеру. Не знаю, есть прикол их открывать вам? Есть вам прикол смотреть? Пожалуйста, все пишите. И если вы видите какие-то ответы, совпадающие с вами... то с вашим, то лайкайте, выбивайте в топ, чтобы я вообще понял, стоит мне их открывать или нет, или лучше пропускать, ребята, когда чего-то, ну, слишком убер дофига, понимаешь? О, так что вы можете смело писать, а я уже буду делать, скажем так, выводы. Вот, или в телеграм-канал мой подписывайтесь, ссылка будет в описании. Там, ребята, мы будем решать этот вопрос. Дальше. Так, тут что? Окей. Тут что? Ну, а тут как бы мы этого чижика можем собрать. Мы тут и берсерка можем собрать. 20, 170 осколков берсерка. И 20 осколков упало только этого. Не помню, как он уже называется. Они плодят герои по 20 штук в месяц. И я просто шатал это все запоминать. Посмотри, мисс магия выпала. Может, там сейчас осколками какие-то герои соберутся? Не знаю, ребят. Но мест, на самом деле, не так уж и много, как хотелось бы. Так, смотри, кто-то собрался. Демон-охотник тут собран. Угу, ясно, подожди. Тут у нас что с местами? С местами у нас как-то тут не очень. Ладно, ваши подарки. Давай вот эти вот 13 легендарных карт. Ну-ка, посмотрим, что оттуда выпадет. Опа! Опа! Барт, леди, дуэлянт. Не знаю, был кто-то из них недостающий или нет. Опять же, пишите в комментариях. Ну, а мы пошли, наверное, дороливать. Дороливать, друзья, пошли, потому что... Не, я там думал, леди божество ждал какое-то. Ну, как вы помните, леди божество... А, блин, я так в Телеграме не опубликовал статистику, елки-палки, по выпадению из этих легендарных карт. Ладно, потом надо будет добраться опубликовать. Так, давай, полетели. Давай. А тут у нас что? Оборотень, ледяной дьявол, наемный убийца, паладин. Что-то я как-то пепельную Матрону выбили, да, там для судьбы. Но хотя по поводу судьбы, я смотрю, тут особо хозяйка аккаунта не парится. Вот, не все герои открыты. Потому как бы, ну вот, ждем мисс магию или эпика героя. Потому что было бы, как бы, хорошо. Так, вот еще где-то 16 тысяч самоцветов тратим, да? 16 тысяч суккуб.
Чё-то как-то мне не нравится этот ролик. Ну не нравится. Чё-то здесь как-то не то. Подожди. Тут что, коллекционер? Ну как бы да, эту всю хера братью собрали, потом ее заберем. Подожди. Подожди. Заходим снова в алтарь, ищем там какого-то героя. Ну, не знаю, тут кто-то дракон, я не знаю, дракона, наверное. Давай дракона, улучшит навык. Вот эти вот предметы полетели. Что-то я... Короче, пишите, вы пишите в комментариях, чё, как вам роллинг, потому что мне что-то как-то я не сильно доволен результатом. Вот, потому что чё, какая-то фигня происходит. Ну, что-то как-то... Что-то как-то не то. Ладно, давай. Нанять сколько мы... Ну, а, ну мы еще тут можем потратить, да, тут... Больше 10 тысяч самоцветов. Ну, как бы, надежд становится все меньше. Мастер рун! Но он здесь был, если я не ошибаюсь, друид. Или не был? Ну, посмотрим, короче. Потом обрадуемся или огорчимся. Был он там или не был? Давай. Купидон. Суккуб. Мисс Магию хотелось бы увидеть, да? Она ж падает часто. Давай. Последние 6 тысяч самоцветов. Финишная прямая, я хотел сказать. Ёб твой хер, там они финишная прямая. А, так. Мастер рун у нас в самом верху. И он был. Да, он был. Сука, вот реально, вот закон подлости. Вот закон подлости по-другому. По-другому это и не назвать, понимаешь? Просто закон подлости. Полный закон подлости. Ну подожди, мы еще можем потратить где-то 5000 самоцветов. 5000 самоцветов. Посмотрим, какие там ништяки придут. Давай, триант. Или эпика хотя бы. Фараон. Господи. Вообще в целом герои слабо падают. Да и с местами жопа. Ладно, короче, распакуем. Сколько можно мучиться. Неа. Все. Так, ну давай соберем супер награды с этого. Тут за 30 тысяч. Тут, соответственно, за 50. Все собрали. А мы, и это как бы мы все не сможем взять на склад. Но если только для бездонатного аккаунта. Еще что-то осталось, еще сундуки остались. Ну типа места нету. Ну, сейчас, подождите, я уж соберу человека, а то уже спать пошел человек. А вдруг потом не увидеть что-то. Сейчас освободим несколько мест. И все, все ништяки забираем, получить все. Не знаю, пишите в комментариях, вот такие ништяки стоит открывать, не стоит. А я вам пожелаю огромнейшей удачи. Я не знаю, просто вам интересно, неинтересно, обязательно напишите в комментах. Всех целую в помидоры, про пельмени не забываем, про лайки не забываем, про подписки не забываем. Всем пока, друзья. Так, во-первых, если ты до конца досмотрел, ты красавчик, не редиска. Спасибо тебе, дружище, за это. Во-вторых, тут расскажу маленький инсайзик, смешной факт. Сейчас я ролил не девушки, это был на самом деле парень, о чем я узнал через день после роллинга. Просто он мне писал с аккаунта своей сестры. И я как бы подумал, что это девушка. Вот, а это оказалось не девушка, это оказался парень. Вот так вот, вот так вот, да. Так что это как бы не особо роллинг девушки. Ну ладно, не суть, как бы все. Всем помидоров и пельменей.